Всем привет! Я уже провела урок и хочу поделиться с вами очень интересной ценной информацией, как правильно аудировать, то есть как сделать так, чтобы когда вы слушаете что-то, использовать это действительно с пользой для вас. Итак, аудировать нужно 5 этапов. Первый этап. Вы слушаете и смотрите, и просто пытаетесь понять, о чем речь в видео. Второй этап. Вы слушаете тот же кусочек, берите кусочки 30 секунд и пытаетесь написать то, что вы поняли. Какие-то слова, какие-то обрывки. Третий этап. И он может быть третьим, четвертым, пятым и шестым. Вы пытаетесь дополнить все, что слышите. Слушайте, слушайте, дополняйте, дополняйте. Когда на этом этапе у вас уже готов примерно полноценный текст, вы не слушаете, а просто садитесь и пытаетесь посмотреть на эти фразы с точки зрения грамматики. Ага, а здесь, наверное, у меня passé composé они сказали, потому что ведь речь идет о прошлом. Наверное, здесь должен быть вспомогательный глагол. Так, какой я услышал? Ага, глагол passé. Да, в каком значении? И пятый и последний этап. Вы последний раз слушаете и уже с тем, что вы с точки зрения грамматики исправили, проверяете. А ведь точно, я правильно услышал, точно, он же все-таки говорит вспомогательный глагол, но очень быстро. Вы очень поможете себе этим упражнением, потому что вы начнете потом сразу же в речи слышать. Да-да, точно, он же сказал, здесь вспомогательный, а здесь вот это, а здесь ведь он и артикль сказал, а здесь он что-то пропустил. То есть это как раз то, что поможет вам понимать французов. Удачи!